Самаре произошел пожар. Загорелся одноэтажный дом по адресу Арцебушевская, 110. На место выехали сотрудники экстренных служб и районной администрации. По информации регионального управления МЧС, есть один погибший. В телеграм-канале департамента транспорта Самары сообщили, что перекрыто движение на улице Арцебушевской от Маяковского до Ульяновской в оба направления. Движение трамваев номер 5, 20, 20К, 22 в направлении центра города осуществляется по улице Полевой, Мичурина, Клинической, Чернореченской через ЖД вокзал до улицы Чапаевской. В обратном направлении по Красноармейской через ЖД вокзал, потом по Чернореченской, Клинической, Мичурина, Полевой до проспекта Ленина. Далее по маршруту. Трамваи третьего маршрута следуют через ЖД вокзал, маршруты номер 4 и 23 по улице Чернореченской. Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова приглашает подписаться на страницу муниципального центра управления ВКонтакте. МЦУ обрабатывает, анализирует, передает в работу профильным подразделениям запросы и обращения жителей, проводит опросы по социально значимым темам, рассказывает о жизни города. Это площадка коммуникации для решения вопросов городского хозяйства. В составе МЦУ специалисты департаментов администрации Самары и внутригородских районов. 24/7 они на связи с жителями города. В этом году благоустроят 6 дворов Кировского района Самары. Там отремонтируют внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки, а также установят детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием. Благоустройство будет проводиться с учетом пожеланий жителей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Приступить к работам планируют в апреле этого года, сообщает телеграм-канал Кировского района.